еще хуже получается, что он сознательно оговаривает Свету. А теперь вопрос. Вот скажите, друзья, кто-нибудь из вас задумался? Вот я задумался. Ну ладно, вот. Вот он начал на Свету уже второй ролик нападать. Я задаю вопрос, а почему? Что Света плохого ему сделал? Точно, точно. Да, спасибо, Миш. Представляете, вот каждый подумайте, вот он разоблачает Свету. За что? Почему? Знаете, я вам покажу одну вещь такую. Я на всякий случай записал. Хотя дурилка картонная говорит, что он не удаляет комментарии. Ну и я вам покажу удивляшку сейчас, друзья. Лазя по странице. Интересно, удалит он? А, запись идет. Хорошо, что на запись все идет. Валерия Крымского. Я нахожу ролик. Кстати, ролик довольно-таки неплохой. Котляров в нем клянется, что континент Америка не существует. Я могу потом его поставить. Леон задает Валерию вопрос. Ты веришь в ТПЗ? Леон. Нет. Верю в сотовую землю. Аллилуйя! Аллилуйя! Сейчас же, если мы посмотрим ролики Валеры Крымского, он говорит, Котляров, земля не сотовая. Вообще, на его страничке очень много моих работ, связанных с Америкой. Я лично и не буду показывать фотографии, сами захотите, посмотрите. Вот. Ну, я думаю, многим будет интересно. Давайте поставлю ролик, который Валера выставил для своей странички. Он всего лишь 2 минуты. Давайте послушаем, что Котляров в нем говорит. Не смущает то, что он это по босенке раз... Где ж это ж его по босенке-то? Или я уже позакрывал? А, его ж не смущает, что он по брехеньке, по босенке рассказывает про Тартарию, про войну 18-го года, левые какие-то картинки вставляет. То есть здесь, понимаете, все верно. А то, что Котляров вставил видеоряд, тем более, я же говорю, слепые люди этот видеоряд могут не увидеть. И что теперь пишет Игнатенко для слепых людей, которые даже не увидели, что на экране? Они туповатые, вот. Перевожу для Вячеславых, Котляровых и их не менее туповатых пользователей. То есть человек, если не увидел, не видит, он сразу тупой, по мнению Игнатенко. Он даже не видел, что на экране. Он просто услышал голос Котлярова. Затмение было в Китае, все. Я вот, положа руку на сердце, могу и буду это делать. Вот клянусь здоровьем всем своих родных и близких, что континент Америка находится, точнее, вот эта карта, где она, что Америка всегда, Соединенные Штаты находились рядом, что до Америки можно дойти пешком. Вот может сделать тот же самый Игнатенко, выйти в эфир и поклясться, как говорится, на здоровье всех родных и близких, что Земля маленький шарик. А может Валера Крымский выйти в ролике и под своей настоящей фамилией поклясться, что Света Кирилюк и та женщина из Киева один и тот же человек. А может Игнатенко, Валерий Крымский поклясться, это я уже не в записи говорю, а в эфире, что Стрэнджер, Дан Касан и Роман канала «Глобальный вопрос» это один и тот же человек. Нет, не может. То есть поняли, Миш, как ты прокомментируешь? Мальчик 13 декабря 2017 года пишет, что верит в сотовую землю. А в 2019 году говорит в роликах, что не верит.